Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про сортування сміття у Дніпрі. В нашій студії екоактивіст, волонтер Олександр Гречка. Олександр Гречка – екоактивіст, волонтер. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю економіка підприємства. Створив сортувальну станцію вторсировини у своєму будинку. Хобі – колекціонування автомоделей та 3D-пазлів історичних будівель. Улюблена страва – пельмені. Олександре, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Олександр, знаю, що ви нещодавно організували пункт прийому вторсировини у підвалі багатоповерхівки, я так розумію, там, де ви живете. Або це сортувальна станція вже? Ну, на даний період це вже більше як сортувальна станція. Ми починали як пункт прийому, і це була ідея зробити тільки для своїх жителів дома. Тобто для своїх мешканців будинку. І приучити їх к тому, щоб вони вчили сортувати і не викидували все в мусорник. Ну, потім це, як говориться, хендмейд людям понравился, і люди почали активно к этому приобщаться. А давайте от з самого початку, як взагалі, коли зародилася ідея у вас, ну, саме, мабуть, ідея того, що варто сортувати, ну, а після цього вже розкажете, як прийшли до того, щоб створити саме цю сортувальну станцію? Ну, в першу чергу, я сам пользуюсь екологічними продуктами і в содружестві з цією компанією я довго думав, я вроде бы как экологию относительно очищаю, да, не выкидывая тот же фосфор или фосфаты, все, пользуюсь продуктом экологическим, но из него остается все равно сырье. И я искал, как это можно сделать. И в один прекрасный момент, гуляя по району Сокол первому, я увидел в доме девочки, у них тоже вроде как сортировочная станция небольшая, они выносят коробки. И сортируют это в коробке, и мне это понравилось. Я познакомился с людьми, взял контакты. Они мне сбросили, как, что сортировать, какие виды. Я изучил, и как раз был нюанс, нужно было какие-то финансы решить для дома. Там, я как старший в подъезде, надо было... ОСББ у вас? Нет, у нас дом под обслуживающей организацией, и он, как говорится, старший все равно нужен. И надо было какие-то финансовые вопросы решить. Ну, не люблю я формат хождения по квартирам «дайте». Ну, ты решил в таком формате попросить у людей денег, как говорится. И движение люди делают, и какие-то, как говорится, позитив вносят в нашу окружающую среду. Плюс я в подвале приходилось бывать, и я увидел довольно-таки большое помещение, которое надо было немножко довести до ума, почистить, расставить поддоны, и в принципе это работает. И потихоньку оно начало работать, сейчас уже это вроде как... Коли все започаткувалося, коли от саме сортувальна станція запрацювала, коли перша людина прийшла і здала, так би мовити, ну, сміття сортування? Я почав це все робити ще в початку 2020 року, але більш активно, от коли пішли і інші люди, і о нас більше узнали, це почалось більше з сентября місяця. Сентябрь, коли от уже почалась більша активність людей, а от с января 2020-го, как раз пока карантин, постепенно я там чистил помещение, подготавливал какие-то коробки и все остальное. Зрозуміло. Олександре, а ось таке питання. Коли взагалі у своїй родині почали сортувати? Вже, напевно, кілька років пройшло, як ви сортуєте, здаєте. З початку 2020 року, коли я побачив, що це можна робити, у нас в Дніпропетровській є, куди це здавати. Можна здавати. Куди це можна здати. Я, в принципі, ну, у мене немає окремо коробочок, у мене, грубо говоря, один мішочок. В мішочок все складають, все моють, все чистенько, складають в один мішочок. Я просто прихожу в пункт і розсортировую його по коробкам. Зрозуміло. Тобто теж дуже зручно. А дітей вже почали привчати до сортування? Ну, старша дівчинка, вона все спрашує. Скільки років? 13.
она прибегает, это куда? Это во вторсырье или в мусор? Я говорю, это во вторсырье. Вот она идет, ложит. Малый, в принципе, ничего не делает, но сейчас, если он видит, что я в пункте, он обязательно спустится, помогает то ли банки давить, то ли бутылки. И, в принципе, тоже активно принимает участие, как говорится. Если я там, он туда пытается как можно быстрее туда прибежать, папа, я с тобой. Ви знаєте, от цікаво, я просто зі своєю дитиною, коли ходжу по вулиці, вона бачить якесь викинуте поза сміттєвим баком, ну, якийсь папер чи будь-що, якесь сміття, то вона каже: «Мама, ну хто ж це зробив? Якась погана людина, як же ж так?» І от, знаєте, постійно скажеться, як на мене, коли дитину привчаєш щось так з малого віку, ну, якісь речі такі важливі робити, то вона, в принципі, потім не буде інакше діяти. Я хочу сказати, навіть якщо взрослого чоловіка йому предоставить всі умови, і причому його об этом освідомі, да, у нас просто не хочуть розказувати людям. Якщо десь є щось хороше, да, у нас довго мовчать. І я, допустим, дуже довго в своєму пункті не розказував ніде, ні в соцсетях, нікому. Ну, собираю я, собираю. Ну, вже потім ми подружились з компанією, яка допомагала мені, забирала все сырьё, да, они, тобто самі до вас приїжджали, да, так? И, в принципе, компанія, яка вивозить. Вони, в принципі, все приезжают, они забирают у тебя это все. И сейчас вот, допустим, мы с ними перестали какое-то время сотрудничать. Немножко люди ушли, да, потому что я, если у меня там было 40 позиций, которые я принимал, на данный период у меня сейчас 22 или там 23 позиции, которые я принимаю, потому что есть такие виды сырья, которые, к сожалению, у нас очень мало переработчиков. Если ПЭТ-бутылку, стекло и макулатуру, их везде можно сдать, да, даже можно в любой пункт просто пойти и сдать, то есть такие виды сырья, как полистирол, полипропилен, те же пакетики, их не берут в пунктах, потому что людям, ну, это очень много занимает волокиты и времени, даже по сортировке. И вот основная задача сейчас, я тоже буду расширять еще объем, допустим, принимаемых позиций, но вот сейчас это интересно делать в формате большого пункта, потому что в таких маленьких помещениях некомфортно, в мини-помещениях удобно собирать 5-6 позиций, и которые не будут занимать много времени, потому что при доме это должно занимать максимум 1-2 часа. А когда много позиций, это занимает больше времени, и это уже должно быть, как говорится, как работа больше, чем как хобби. Ми з вами розмовляємо про сортувальну станцію, але ж наші глядачі ще не бачили, як вона виглядає. Я знаю, що на кінофестивалі аматорських «Стрічок Еко-Дніпро Фільмфест», який відбувся нещодавно, в журі відзначили 16 фільмів. І в одному з них ви приймали участь саме у зйомках. І давайте подивимось от буквально невеличкий шматочок цього відео, щоб всі глядачі побачили, як же ж виглядає сортувальна станція на Тополі, до речі. Один. Тополі один. Дивимось. Вот мы и дошли. С тобой веселее. Спасибо тебе. Да не за что. С тобой тоже классно. Так что нам, в подвал? Да. Спускаемся. Здравствуйте! О, привет! Что, привела новенького? Да. Максим, это Саша. Он сам открыл пункт приема в своем доме и спасает людей и весь город от мусора. О, и что тут делать? На всех контейнерах есть маркировка. Просто достаешь из пакета и кладешь нужный контейнер. Готова принять вызов мастера по сортировке вторсырья? Давай, кто быстрее разложит этот пакет? И кто тут мастер? Давай. А давай. А судить вас будет Ангелина. Привет. 3, 2, 1. Ничья. Это было довольно весело. Не говори. Это вам. Вы молодцы, что заботитесь о природе. Только упаковку на переработку. Спасибо. До свидания. Смеялись.
Олександре, ось подивились на сортувальну станцію, яку ви створили. Як загалом сприйняли мешканці саме вашого будинку ось таку ідею? Ну, їм, в принципі, яка різниця, аби там був порядок, як говориться. Я за порядком слежу, воды у нас нету в подвале, это плюс ко всему, я слежу за водой. Сейчас мы сделали за деньги с этого пункта, мы сделали видеонаблюдение. Тобто за виручку, так, да, від да. того, що ви да, сделали видеонаблюдение. Я постепенно провожу там новый свет, делаю, чтобы было удобно. Там вот освещение было видно на видео, освещение более или менее, потому что раньше там было одна или две лампочки на все это помещение, сейчас там четыре лампочки, плюс я еще делаю дальше освещение, вход. Там я же, ну, делаю как для цивилизованных людей, чтобы людям было потом приятно. Не, можно было оставить это помещение дальше в использовании. А що було от саме таким поштовхом, знаєте, щоб сортувати самому і потім, в принципі, допомагати людям теж давати можливість сортувати? Ну, коли я побачив, що це є куди реально дівати. Потому что основная задача, ты всегда понимаешь, что, ну, собираю ее, а куда его дальше девать? Ну, собрал я, отнес кому? Якщо я, наприклад, захочу до вас привезти посортоване сміття, можна чи не можна? Чи Конечно. Ви тільки своїх Нет, запрошуєте? Ні, зараз мені, ну, от з сентября місяця, коли ми постепенно почали розвиватися, были в основном только коробки. Сейчас же у меня стоят баки. Вот вы видели, мешки висят на планках специально. Мы просто пробовали, какие варианты удобнее будет. Да? И с сентября мы закупили около 10 баков по 120 литров для того, чтобы можно было заходить и раскладывать это все. И постепенно, вот развиваясь, можно прийти, но обязательно зайти, как говорится, на нашу страничку в Инстаграме, посмотреть то, что мы принимаем. Потому что многие приезжают сейчас, так как у нас было, мы принимали все, что можно было, да. Сейчас у нас ограниченное количество, допустим, 20 позиций. И люди приходят и понимают, что мы что-то не можем принять. Ну, и они это забирают с собой. Слава Богу, относятся к этому с пониманием. Не скажется. Чи є якісь хейтери? Нет, а смысл хейтить? А что, ну... Вони розуміють, що це... Вони розуміють, що це волонтер, це да, така ж людина, это... як і вони. Причому ще з дополнительною головною болью, яка їм, слава Богу, не світить, а мені, виходить, раз в неділю треба це вивозити, іскати, созванюватися, договарюватися. І от зараз іщу, ізучаю дополнительні позиції для того, щоб можна було ті ж пакетики. Раньше было проще, там, один туда-туда, а теперь, оказывается, там еще есть свои подвиды, их надо правильно разложить, для того, чтобы отдать переработчику. Это тоже целая система, говорится. Все, чем больше ты познаешь, говорится, тем больше появляется головной боли. Ну, ничего, справимся. Я бачу, що ви принесли з собою ось таку папочку з якимось проєктом. Да, це наш що? Проєкт, це от то, як ми зараз плануємо розвиватися. Ми іщемо інвесторів, ми іщемо людей, які готові вложити свої гроші в розвиття цього проєкту. Ми хочемо зробити велику сортувальну станцію, для того, щоб люди, і плюс ко всьому, як сеть міні-сортувальної станції в кожному домі, чтобы люди могли сортировать, учиться у себя, да, и одна большая, которая будет принимать то сырье, пакеты, стрейч-пленка, там, яичные лотки, тетрапаки, полистирол, полипропилен, там их еще есть, да, даже, может быть, какую-то технику, которую надо там специально, этот, может, с батарейки, сдавайся, договоримся, они будут с нами тоже сотрудничать. Ну, я, в принципе, понимаю, что сотрудничать готовы все, только нужны, как говорится, у нас инвесторы. Вот сейчас мы хотим вместе на одной площадке сделать, тут даже где-то есть у нас. Мы хотим совместно работать с... так, ну, чтобы у нас был воркшоп и смежное помещение для переработки пластика. У нас mm-hmm. есть Passion Plastic, ребята, которые занимаются, они изучают, как правильно перерабатывать, если... Видно. Mm-hmm. Вот то, думаю, то, трохи нижче опустить, да? Да, это то, что, как говорится, первое, то, что нам нужно будет для развития нашего проекта. Это уже вот мы посмотрели, как это выглядит, и приблизительно мы понимаем, как это должно быть, что нам нужно, какие площади нам надо. И команда потрібна, и потрібні да. баки, и потрібне приміщення. Да, звісно, ну, помещение есть у нас хорошее, я, в принципе, нашел помещение, но вот когда уже будут люди готовы к тому, чтобы инвестировать в это, то мы можем найти, я думаю, помещение массу, где будет удобно. В принципе, сейчас я говорю, вот мы, что мы еще хотим. Мы хотим сделать небольшой магазин, со звездами общаться. В принципе, мы участвуем
Куда приглашают, мы везде участвуем. Во всех. Вот много людей, которых даже вот был мы... У меня ребенок увлекается звездами Дорофеева и Дантеса. Мы были на концерте, и у нас удалось с ними пообщаться хотя бы так в двух словах. И у них тоже это... Они начали этим заниматься, как в своем доме. В принципе, тут очень много информации, как у нас все очень плохо выглядит. Но, к сожалению, это правда, и у нас это все очень тяжело. Ну вот хочу еще показать. Вот это то, что мы сделали за... Наша страничка, ми розвиваємося, ми двигаємося, у нас, як говориться, люди... Це сторінка в Інстаграм. Скажіть, як вас знайти? Зараз даже покажу. Вот внизу. Underground, нижнє підчеркування, Дніпро. Трошки потримайте, щоб всі побачили. Underground, Дніпро. Да. Можна, там, в принципі, на страничці можна зайти в групу Viber, підписатися, щоб розуміти, яка інформація. Я говорю, проєктів багато, хочеться багато, желаний багато, і, як говориться... І саме головне, ви відчули, що є запит від населення, від мешканців? Дуже сумасшедший запрос від людей. От, я думаю, поэтому, вже, поэтому вже прийшли я, до цього. Поэтому так? Я... Були періоди, коли хотілося бросити, були періоди, коли ти фізично устаєш. Ну, з'являється, як говориться, либо з'являється той чоловік, який говорить «давай», підтримує. Готова така команда, так? Да, яка да. От навіть Дмитрий, який кіно знімав, от він мене замотивував. Навіть цей бренд, який у нас, да, логотип, це його рук діло. Він перший, як говориться, як би ти хотів назвати свій пункт? Говорить, давайте я придумаю якесь название. От він придумав, помог, і благодаря цьому у нас з'явився андеграунд. Мені щось так хотілося, підземелье. Подземні переходи, і в принципі, да, і мені воно і подобається, і, як говориться, можна там і концерти проводити, якщо все довести до ума. Так що це все дуже, я ж говорю, команда хороша, і дівчатки є, які підтримують, ведуть страничку в Інстаграмі, тому що це теж займає багато часу. Чоловік, який от написав, це Настя, вона приїхала взагалі з другого міста, з другої країни, і приїхала, вона допомагала, вона як заінтересувалася, нам допомогла нам це все. Мене навіть подвигала. Сім'я, хочу сказати велику благодарність сім'ї, що підтримують, тому що це залежить. Коли вдома не підтримують в якихось ситуаціях, це дуже тяжело. Коли підтримують, це теж дуже дорого стоїть. Одразу. Да. Олександре, а дивіться, я знаю, що міськраді, також у департаменті екологічної політики, навіть мені в студії розповідали, що планується відкриття саме з сортувальних станцій у Дніпрі, і наче вони мають бути в кожному районі. Це такі теж плани міськради. Чи спілкувались ви вже з департаментом екологічної політики? І, в принципі, я слышав, вроде как, до 66 пунктов, просто в каком формате это будет делаться, как оно будет делаться. И вроде бы они постепенно это пытаются внедрить, но это немножко, я так понимаю, город и волонтеры – это разные вещи. Город – это все-таки у них, к сожалению, я так понимаю, есть какие-то ограничения в бюджетах и какие-то форматы. Здесь же не то, что ограничения в бюджете, здесь все, что люди готовы, люди помогают, и это двигается. В городе все-таки какие-то свои... Вони то можуть, то вони не можуть, і ще що-небудь. Чи спілкувались ви щодо розвитку вашої сортувальної станції саме з департаментом? І чи є можливість якоїсь підтримки, можливо, міської медійна влади? Підтримка. Город фінансово, я так розумію, к сожалению, город не може предоставити цієї підтримки, тому що це все, ну, це, як говориться, коли бумажна волокіта, бюрократія. Да, это все бюрократия, это все очень сложно, никто тебе просто денег не даст, это целое, ну, это все надо тратить время. Для того, чтобы этот проект заработал и попросить у города каких-то финансовых вложений, тебе надо потратить уйму времени, нарисовать это все, отдать, захотят, не захотят, это пройдет года. К сожалению, так как это у нас работает, и пока, поэтому проще вначале создать, самому на каких-то волонтерских основаниях. Потом уже, я так понимаю, когда это будет вау, то город в любом случае подключится. Ну, и на этом, как говорится, спасибо. У меня самое интересное, у меня больше всего оставило в этой всей вещи. Я все время встречался с Борисом Альбертовичем. У нас была встреча на Тополе. И я подходил и спрашивал, говорю, Борис Альбертович, какую можно у города помощь попросить?
говорю, понимаешь, финансовую, ну, я сталкивался, я знаю, как это происходит, да, что это целое дело и все остальное. Я говорю, ну, можем выдать грамоту. Я говорю, вот грамота в данный период мне очень хорошо будет. И у нас до сих пор висит грамота от города, от департамента экологии. Мы на нее смотрим и любуемся, как говорится. Ну, тоже приятно. Не максимум, но приятно. Ну, можливо, це нехай буде початок. По крайней мере, она знает. Це добре. Тобто зараз ви на міськраду не дуже розраховуєте, а більше шукаєте підтримку, в принципі, з... Да. Ну, я же говорю, от міськради я жду, как говорится, контактов и информационной поддержки. Это то, что город может обеспечить. И это тоже очень дорого стоит, я хочу сказать. Когда поддержка города, просто сама поддержка стоит тоже очень немало в нашем, в данный период. Если город будет говорить работа и не будет мешать, это будет очень хорошо. Але, знаете, мы с вами начинали говорить щодо информирования, что немає такого, знаете, загального такого информирования населения про те, що, ну, є така можливість сортувати сміття, є така можливість здавати сміття, так? І, але ж, ось, наприклад, перед нашим ефіром я готувалася до нього і ось на такий заголовок натрапила. У Дніпрі не розвинений роздільний збір побутового сміття, а здача вторсировини до пунктів прийому більшості людей асоціюється з жебрацтвом. Насправді, от я з цим... не можу, так би мовити, погодитись. З однієї сторони, якщо це пункти прийому вторсировини, то це одна справа, так? А сортувальні станції, то це, мабуть, це совсем, інша, конечно, справа. Це совсем разні, давайте, може, пояснимо різницю і, ну, на що і, варто орієнтуватись, да, все-таки. Я хочу сказати, в чому різниця, да, сортувальна станція і пункт прийому. Пункт приема, они принимают максимум там 4 вида сырья. Это бутылки, стекло, ПЭТ, макулатура и еще алюминий. Они могут принимать. И в основном этими услугами этих пунктов приема пользуются люди финансово очень необеспеченные. Да? И вот разница, я сейчас по району себя ощущаю, что я не конкурент пункту приема, я не конкурент, грубо говоря, людям, которые не могут себе заработать физической силы, да, которые занимаются сбором вторсырья по мусорникам. И я им не конкурент, потому что мне люди приносят, во-первых, чистое. Основная задача, если вы сдаете любое сырье, это то, что мы умоляем и просим всех. Все сырье должно быть чистое. Потому что все, якщо что до вас принесуть, наприклад, не чисте, якесь брудне, к сожалению, то это будет в мусорнике. Тобто ви не приймаєте? Даже при иногда перебори приходится это выкидывать, потому что это все приводит к живности лишней какой-то, и причем даже оно же не сразу попадает на переработку. Есть еще определенный цикл, вот мне сегодня принесли, может быть, одна-вторая неделя оно лежит у меня, потом оно уходит к сборщику, который собирает в больших объемах. Потом только от него, оно может и там пролежать еще неделю-две, пока оно дойдет до завода. А если там какой-то продукт остается, оно либо начинает гнить, либо еще что-нибудь, и это все либо запахи, либо все-таки рыса-крыса. То есть еще раз треба натякнути на те, що люди будьте свідомими, да, і відносить сіться з повагою і до вас, і, в принципі, до тих людей, які потім будуть просто передавати це. Да, извините, що перебиваю. Просто многі вважають, що якщо він принес, ну, у мене була ситуація, коли приїхав чоловік і бросив мені отак от мішки, і він і сказав мені, ти ж на цьому заробляєш. Ну, в принципі, да, я заробляю. Ну, не я, в частності, а я делаю якісь діла для під'їзду. Я ще на цьому нічого не заробляю. Но... Когда он кинул, во-первых, когда я открыл, там много, я потратил 2 часа, чтобы это все пересортировать. Для меня это, ну, неоплачиваемое время, это раз. Во-вторых, какой-то вид сырья был бесплатным, который просто для того, чтобы его забрали. И плюс ко всему, были некоторые вещи грязные. И вот с того, что он вроде бы как свою совесть очистил, молодец, я вроде бы сделал хорошее дело, а по факту он, к сожалению, добавил работу человеку, который занимается этим волонтерством. Вот и все. Так, вот действительно. Просто про что, тут должны все понимать, что для меня это тоже, как говорится, это волонтерство. Когда это будет уже, допустим, если это будет моей работой, и это будет более серьезно, да, тогда мы можем говорить о каком-то заработке.
И в любом случае больших заработков тут не будет. В любом случае это все-таки будет частично волонтерство, какие-то вещи придется делать. Тут ви знаєте, мабуть, ви як приклад такої екосвідомої людини і волонтера, і дійсно варто на це натякати і людям, які до вас звертаються, вашим клієнтам, і от якось покращувати, збільшувати екосвідомість. Ну, многі вже розуміють всі, тому що от ми проводили прямі ефіри, ми показували, як краще сортувати і все остальне, то вже за полгода я бачу більше, як говориться, усвідомленість людей, які приходять, вони розуміють, що якщо ми щось не приймаємо, вони шукають інші альтернативи, і вони стараються, ну, допомагають многі. На інстаграм-сторінці вашій ви теж пояснюєте, інформуєте, розповідаєте, як що робити? Ну, як... стараємося, по крайній мірі, показувати, як, що, які види. Сериал, вот есть прямые эфиры, да, тот же путь Zero Waste, который, как говорится, начинаем уменьшать количество использований, уменьшаем, берем только то в той посуде, которая перерабатывается, и не берем то, что нам не нужно, потому что мы многие можем зайти в магазин и скупиться половину того, что нам не надо, да, и мы не смотрим сейчас же, если я, допустим, захожу в магазин, вот, покупал недавно салфетки, надо было влажные, то я обязательно посмотрел, нашел ту упаковку, которую я знаю, что она перерабатывается, потому что очень много упаковок, которые не перерабатываются, это мусор. Как выглядит цей значок, коли товар або упаковка може переробитися? Сейчас, секунду. Давайте вже покажемо, щоб всі розуміли. Можете розказати, що там на ній відображується. Ну, значок вот такой. Если на продукте не стоит такой треугольничек, я просто не помню, как он правильно называется. Не озвучивали, я просто забыл, извиняюсь. Вот в этом значке, в треугольничке, есть 7 маркировок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В основном перерабатывается только 5 из этих позиций. Третья позиция не перерабатывается, потому что там не с одним там материал, который, ну, не умеет у нас, ни у нас в стране, и, по-моему, в мире нигде не перерабатывается. А седьмой, он может частично перерабатываться, но это вроде как идет как соединение материалов. Первый вид сырья – это ПЭТ, это полиэтилен. Он перерабатывается, в принципе, весь. В Днепропетровске есть с некоторыми видами ПЭТа проблемы, но в принципе при желании, я думаю, найти все можно, да? Когда... Звісно. Зазвичай такі товари коштують трохи дорожче, Нет. К сожалению, проблема в том, что каждый производитель обязан ставить на своей продукции, которая выходит на той же бутылке, ставить значок, маркировку. Да, маркировку о том, что какой это продукт, какая бутылка. Но многие производители на это просто, как говорится... Ну, теж, які люди звичайні або екосвідомі, або ні. Да, і просто не ставить, приходиться самому понимать, потому що там один вид сырья, он ломается, он крихкий, допустим, а второй, он, наоборот, он не рвется, ты уже так более-менее понимаешь, там один тонет, второй не тонет. Олександр, сюди хватает експерименту. В нас вже час закінчується, давайте ще ви одну пораду дали, на що варто звертати увагу в магазині, ще що, йти в магазин з... сумкою зі своєю торбинкою, щоб не користуватись пакетами. Ну, і, можливо, ще я давайте так розумію, що дві поради. Пакети, слава Богу, відходять від нас. То, що вони відходять, але єдина проблема в тому, що от для мене складно, що з'являються вот это типа еко пакеты. Они, к сожалению, не эко. У нас очень мало, не умеют, ну, нету функции для переработки этих пакетов, да? Потому, допустим, обычные пакеты, они в моем понимании лучше. Да, их много, это плохо, потому что это все равно загрязнят, потому что у нас не все умеют собрать и отдать в переработку. Да, если есть возможность, уменьшаем количество пакетов до минимума. Покупайте сумки, есть куча всяких альтернатив обычным пакетам, есть масса. И можно выбрать даже судочки. Сейчас, если раньше на тебя смотрели при заходе в магазин, а взвесьте мне в мою посуду или что-нибудь еще, на тебя смотрели как, извините, на придурка. Но сейчас они уже понимают, что эко-осведомленные люди, их
больше. Если раньше это было единицей, то сейчас это уже больше тысячи людей, причем большое количество. Так что... И це дуже добре. Дякуємо да. вам за те, що сьогодні прийшли і розповіли. В принципі, я думаю, після нашого ефіру більше стане екосвідоміших дніпрян. Це буде дуже позитивно. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!